Нет, а второй фильм? Свежий фильм. Второй фильм смотрел? Забыл. Вчера не досмотрел. А погоди, там самое. Что-то там название совсем другое, никак на кассете написано. «Жарким летним днем» называется. «Жарким летним днем»? А да. На кассете «Собачий ползун». Mm-hmm. Ну как, он тебе не понравился? Я не досмотрел, я вчера поздно его начал смотреть. Да. А «Оно» смотрел? «Оно» смотрел. Ну как? Ну, «Кинг» он и есть «Кинг». Нет, ну «Кинг» бывает слишком хороший, я скажем так, скажу, «Кинг» начал мельчать. Кинг начал, вот последний фильм Кинга, все слабее, 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 слабее. Ты имеешь в виду фильмы и книги? Фильмы. Кстати, Катюш, я принес сегодня еще одну книгу Кинга. Это не Кинг. То, что я принес? Там другой автор, да, это не Кинг. А, ну, сериал тоже. Есть? Да, да, да. Коко называется. Надо будет вставить туда. Серию, вот у этого «Оно», мне кажется, просто режиссура слабая. Я не видел «Оно». Не помню. Самое главное, я там искал, где же, думаю, Джим Керри, это ну, любимый актер. Угу. Потом дошло. Это который в маске снимался? Который Клоун. Угу. Я так маску не видела. Хороший? Я могу, да, у меня есть. А у нас есть, по-моему, есть маска? Есть, нет. Ну, это такая, типа, для детей, что ли? Нет, почему? Наверное, он там кривляется, мультипликация там. Нет, там компьютерная графика. Ну, там, знаешь, нет, там он совсем не детский фильм. Ну, знаешь, его так рекламировали, я думаю, я больше ожидал. Говорю, рекламировали за счет этой вот графики. Кстати, 7 октября по первой программе в 20:12 начнется фильм. Будут транслировать «Основной инстинкт». А, Майкл Дуглас и Шерон Стоун. Да, я знаю, я его три раза. И до 2:00 ночи будет. Надо будет записать, Саша. Три раза. Я триллер. Ведь вот видел. Не помню. Да ты что? И я видела. И видел? Тоже не могу. Дуглас, вспомнить. Следователь, Шерон Стоун такая, скажем так. Знаменитая писательница. Убивала своих любовников ножом для колки льда. Вспомнил. Ну вот, ну не запал, ну все, не знаю. Ну все равно запишем. В общем, реклама будет. Дуглас она пожалела. А записывать одну рекламу сюда. Mm-hmm. Я раньше тоже писал, сейчас она перестала. Так, конечно, подробный сюжет я не помню, но фильм вроде неплохо. Маски шоу будут показывать. Маски шоу по четвергам полдесятого. Уже не говорят. Да, они уже заговорили. Заговорили? О, я не потеряю. Нет. Вот, кстати, вчера показывали интервью. Они кривлялись, это Георгий Делиев и Борис Барский. Но они расхвалили, что это довольно-таки необычное шоу. Вон-то они себя хвалят, это понятно. И гораздо лучше. Ну, мне кажется, зря они заговорили. Представят они гораздо лучшим образом.